Насос-мацератор производительностью 45 литров в минуту от известного тайваньского производителя TMC. Если простым русским языком, это насос-измельчитель, задача которого – работать с фекальным содержимым, поступающим из санузла, либо со специальной емкости накопителя. Рассмотрим устройство чуть подробнее и даже немного разберем его на камеру. Конкретно этот мацератор предназначен под питание от 12 вольт, но есть совершенно аналогичная модель по 24 вольта. Для защиты двигателя от перегрузок на плюсовом кабеле подключения есть контейнер с предохранителем на 20 ампер. Если модель на 24 вольта, то вдвое меньше. В основании 4 резиновых ножки для снятия вибрации на корпус. Для ручного проворачивания в тыльной части предусмотрен разъем под отвертку. Немного разберем этот насос, покажем вам его устройство и содержимое. Отходы всасываются насосом через центральный вход и сразу же попадают на вращающиеся ножи, которые работают в зубчатой камере. Ножи из нержавеющей стали, фекалии не фарш, поэтому затачивать их не нужно. Итак, в первой камере происходит измельчение непотребств, которые по достижении нужной консистенции могут запросто перекачиваться импеллерным насосом. Импеллер, как видите, довольно мощный и никаким его не напугать. В отличие от воды, фекальные массы при обсыхании насоса могут затвердевать и подклинивать крыльчатку. Именно для таких случаев предусмотрен ручной способ провернуть насос. Насос-мацератор просто необходим в том случае, если на лодке есть туалет и электричество. Часто он продается вместе с унитазом. Достаточно будет просто подключить шланги и смонтировать кнопку. Надеемся, это видео было вам полезно. По ссылкам в описании вы можете уточнить цены на данную группу товара и, конечно же, на этот мацератор тоже.